Я хочу рассказать, в чем преимущество нашей резки. Что за счет того, что это горизонтальная резка идет вдоль плиты, мы можем распиливать 4-метровые плиты на продольной полоске. Хоть по 1 миллиметру можем пластинки резать. Значит, на длине 4 метра параллельность, ну, надо просто понимать, с какой шероховатостью пилится, потому что иногда шероховатость может быть там 2-3 десятки. Вот, параллельность и повторяемость порядка 1/10, да, не считая входа-выхода фрезы. Здесь дефектов особых нет. Ну, вот, допустим, вот я вижу, допустим, дефект, вот здесь ступенька порядка 0,2 миллиметра. Вот посмотрите, видите, вот здесь ступенечка небольшая, порядка 0,2. Она, в принципе, даже вот пальцем только так вот, не каждый пощупает. Вот здесь вот тоже идет переход. Вот здесь вот такие запилы. В зависимости от того, как в резонанс может фреза войти и другие технологические особенности. Вот, поэтому говорить о том, что там отрежьте с точностью 1/10, ну, не совсем корректно. Качество резки вы видите, что абсолютно плоско. Хорошо, да, не спорю, иногда бывают косяки. Иногда где-то криво зажали, иногда что-то вывернулось, иногда что-то ослабло, иногда что-то не рассчитали. Но мы отвечаем за свое качество.